Его зовут Евгений, но он предпочитал, чтобы я называла его по фамилии. Ну, как вам сказать? Не скрою, я хотела бы знать его лучше. Но, к сожалению, мне это не удалось. Минуту назад я стрелой пронзал небеса, погружался в бездну поясом, соединял полюса, браздил просторы космоса, листал, как слайды старые места, осознавая легкость замысла Творца. Меня встречает будильник, я открываю глаза, так поднимаюсь ледяной водой, касаясь лица, собирая мысли на завтра, что набросались вчера. Варится кофе на завтрак, навожу прицел на дела, набираю номера, выхожу во двор, завожу мотор, захочу, уеду в горы, захочу в аэропорт. Ты знаешь, мой город таков, тянется бугор, медленный темп, такой быстрый говор, грубый разговор. Желтый светофор, утро светом фар, под прицелом камер по рядам, по своим мирам, каждый по своим делам, по картам, скажем, почти сам, строго по часам, разрывает сутки по кускам. Минуту назад мы искали взглядом глаза, сквозь запотевшие стекла пытались что-то сказать. Педаль до упора, лететь по холодному городу, не опоздать, не торопясь гулять по улицам, искать райский сад, чудеса. У меня другой расклад, тут раскладка по битам, пусть даже никто не ждет, все равно все будет так. Повернул направо в штаб, микрофон и пульт вертак, пусть даже никто не ждет, все равно я буду там. Через минуту трек будет записан и сведен, а завтра днем мы прилетим в твой город, качнем как могем, идем правильным путем, тут темный район, и ливень льет, ёпта, у нас тема на миллион. Еще минуту назад я вообще не знал, с чего начать, порубить с плеча или тщательно взвесить, как под печать. Ну что сказать, пусть весь зал наизусть запомнит слова, завтра будет лучше, чем вчера. Вот так. Каждый день.